Саратов, лидер либерал-демократов и проповедник национальной идеи, прилетел на иномарке. Чартер «Москва-Саратов» самолета такого класса стоит более 1,5 миллиона рублей. Как только Владимир Вольфович спустился с трапа, депутат тут же начал раздавать команды. Посоветовал уволить ректора СГУ и начальника аэропорта. Досталось даже Соединенным Штатам. Это искусственное образование, страна иммигрантов, страна как торговля, торговая площадка. Это Америка – это Черкизон. Ну какой, может, пример для других? Из аэропорта депутат отправился в кортеже с милицейским сопровождением. К народу избранник пробирался, распихивая встречающиеся на пути автомобили. За ЛДПРовской машиной под номером 1 пробки только росли. Для встречи с поклонниками лидеру либерал-демократов предоставили помещение достойной звезды – кинотеатр. Чтобы заполнить зал, народ везли автобусами аж за 150 километров. Правда, ничего нового депутат сообщить саратовцам не смог. Русские цари не успели сделать ставку на русский народ, и царская Россия рухнула. Советская власть делала ставку на национальные республики. И где советская власть? Владимир Жириновский – неиссякаемый источник идей. Он предложил увеличить производство табака, национализировать образование и продавать вместо нефти воду. Мы можем полностью компенсировать доходы от газа и нефти. Продавать воду надо. Владимир Жириновский в политике уже 20 лет, но его высказывания по-прежнему вызывают улыбки в зале. Из Саратова Владимир Жириновский отправится дальше, повышать авторитет и прирастать процентами. Лидеры либерал-демократов ждут в Элисте, Волгограде и Астрахани. Гастрольный тур завершится ближе к выборам 4 декабря. Анна Головчинская, Валерий Богословский. Новости, Телеобъектив.